Время утра, правда, уже 3:30. Выехали половить живца. Это будет мелкий карась, надеюсь, он сейчас будет клевать. Пока они готовят первую удочку, бочонок с собой взяли, чтобы кидать его туда. И потом едем на речку на омут, пробует ловить щуку на кружки. Кружки все загрузили, все в машине, все вещи. Сейчас попутно пока половим живца и будем пробовать. На улице ожидает сегодня плюс 30 градусов по прогнозу погоды. Это очень жарко, конечно. Будем потеть. Ну, посмотрим, порыбачим часов до 10 утра, так далее видно будет. Ну как, Олег Владимирович? Да, нормально все. Как настроение? Отлично. Ну-ка, что у тебя там, клюет, не клюет? Первая удочка закинута в этом году. Там где-то еще хлебушка есть, так можно немножко подкидать, взял. Угу. Место жесовое, карась ловится, говорят, хорошо здесь. Пытаемся поймать живца. Клюнул вот такой вот карасик, уже неплохой, даже интересно. Живец клюет, штук 12-15 поймали уже, даже леньки мелкие поклевывают, а так вот. Рыба, конечно, клюет неважно, живца поймать не так просто, но немножко наловили. Более-менее, еще бы пяток бы поймать бы и хватит. Есть, конечно, и довольно-таки крупные караси, а вот живец нормальный. Есть, конечно, и крупные, но тоже перебор немножко. И так даже леньки мелкие есть. Нужно еще и на щук выставиться, на место приехать, это примерно тоже переезд километров 10, не меньше. Лодку накачать, кружки выставить пока на все, что есть. И потом уже пробовать ловить еще на месте ту рысорожку. Лоси пары штук в пойме речки. Рано поутру. На нас посмотрят, еще не боятся особо. Мусик немножко поломанный, конечно. Чуть-чуть надо. Не, нормально, проедем. Без проблем. Прибыли на водоем, наконец-то. Время уже 5:30. Нормально. Нива молодец, довезла. Были пара грязевых мест. Вот так в основном лужи. Сейчас накачиваем лодку и будем спускать. Будем ставить кружки именно здесь. Вот там омуте. Глубина здесь, конечно, большая, более 10 метров, говорят. Пока ехали, встретилась по дороге, по грунтовке. Три зайца, два. Один зайчонок было и два больших. Ну и два лося стояли возле речки. Пойме речки, точнее, траву ели. Ладно, начинаем работать. Погодка, да? Да. Птички поют. Поют. Да, попробуем.
Первый кружок установлен. Живец карасик. Второй, походу, тоже готово. Там старый древний мост. Щука должна быть, конечно. Омут хороший. Сейчас собрал спиннинг. Попробую на резинку половить на реке. Тут две реки соединяются вместе. Только пойду на другую, может быть, щука, клюнь какая-нибудь или окунь. Олег пока выставляется. Даже три кружка выставился, четвертый ставит. Попробуем, может быть, еще и клюнет. Да по-любому что-то попадет, конечно. Попробуем. Уровень еще большой, лишний полметра воды, как минимум. Может, еще и клюнет. Раннее утро все-таки. Маленькая щучка выходила с резинкой. Вот такая маленькая, грамм 250, может быть, 300. Спиннинг пока покидал, толку ноль. Один мелкий шнурок выходил. Так, чисто оглядеться. За хвост куснул и отпустил. Ладно, сейчас ставим надежду на кружки. Как бы для спиннинга. Вода в реке еще большеватая и очень мутная. Поэтому, может быть, не хочет клевать. Фух. Ну вот, первая поклевка. Таскает кружок. Перевернула его. Даже волны отходят. Оттащила метра 4 слева направо. Сейчас пусть заглатывает пока. Олег уже на стреме, готов. Там даже еще выставляет последние кружки. А поклевочка уже есть. О, щука. С первым уловом. Буквально 5 минут и постояла. Только что была еще одна поклевка. Кружок прямо аж резко перевернула. До сих пор пока еще выставляемся. Сейчас посмотрим, на его тащит. Щука заглатывает. Уже вторая поклевка. Тут бобры все накопали. Сейчас посмотрим. Пошел по течению, да, вниз. Вот здесь была поклевка. Тащит его быстро, это не течение. Именно щука пошла. Перестала тащить. Сейчас посмотрим. Все равно живца менять.
Что-то есть, да? Что-то вроде есть, да. Не крупно. Ага. А нет, хуй отпустил. Прямо оттуда, возле тебя? Ну? Возле тебя отпустила? Его испытала она. Ага. Щучка ушла. Рыса всего покусала, щука и ушла. Небольшая была. Отпустила прямо возле лодки уже. Птицы поют, лето наступило. Лес весь заливается даже так. Карасики в свободном плавании. Этот кружок ходит только туда-сюда. Карась гуляет. Клевок пока больше не было, ждем. Прошло полчаса, кружки пока молчат. Время терять не будем, пусть они ловят. Мы пока с Олегом сплавимся по речке. Пару километров спин покидаем. Может быть, там что-то больше удастся поймать. А так пока одна щучка есть. На спин клевать не хочет. Вернулись обратно. Два кружка перевернутых. Возможно, что-то клюнуло, попало. Сейчас, Олег, сяду вперед на весла. Опа. Так, на какую сторону? Без разницы. Ничего, есть еще, нет? Нету. Покусанный, да, смотри. Ага. Не могут его заглотить нормально, да? Что-то проверим тоже. Где? Ну да, один еще. Остальные-то нет. Менять будешь его, да? Менять будешь? Ну, пусть стоит. Смотрите, интересно, да? Да. Вдруг еще есть. Ну, коллег. Наверное, никого нету. Что-то больно спокойно стоит. Съели. Тут съели. Караси любят затыкаться в траву, заплыть. Поэтому нужно их, да, немножко переставлять. Закрутился, да? Да, как его достать, не знаю. Верно, подцепится. Все-таки сдавишь. Угу. Траву там, мне кажется, он рыхнет, а нет, заставать. Все поставки, карасей, как она. Угу. В траву закручиваю, потом мне спины рвутся и все. Карась уходит. Пока вращает. Тащит. Потекай. Есть? Хрен там. Сошла. Да. Жеса нету, да? Или есть? Эти все кружки в одну кучу снесло. Кружки-то у нас все в куче. Мелкие, наверное, щуки это клюют. Стоит.
не съели ничего. Банка-то здесь вон под стулом. Пока ничего интересного нету. В итоге за всю утрянку одна щука только пойманная. Ну и карасиков, понятное дело, живцов. И больше пока ничего. Бывает. Клюет, но сходы. Тоже савры съедят, то просто уйдет ублинит. Бывает что. Здесь бобровые лазы везде. Вот они, бобровые ходы. Туда они ходят. В особенности осенью начнут чаще. Олег пока пошел, пробую живца ловить. Хотя бы одного поймать еще. Одна сорожка за все время пока клюнула, и больше никого. Пойма речки. Там подали два лося и ходили, кормились. Так вот речка течет в траве. Утки летают тоже иногда. Бобров здесь довольно-таки тоже много. Даже вот в этом омуте их раньше стрелял. Одного добывал или двух. Даже большой такой был, крупный нет. Ух ты! Окунь. Ни туда, ни сюда, да? Что ты принес эту хуйню? Бочку нет. Че, на жеца его берем? Или что, может, без толку от него? Не знаю. На будет прийти. Хрен знает. Что-то... Унести. Заменим ничего. Это что такое? Ящ, что ли? Еще себе изюмок клюнул. Черные же, блин. Ну такой, да? Червя взял. Мощный живец. Угу. Червя как-то палку на. Пальцем только, мизинцем. Все, бочку. Че? Кидай, пригодится. На живца. Да. Проблема, поймать живца стала. Изенок до окуня клюнул пока. Так потянул-то сильно, да? А? Сильно потянул, да? Ну как бы так-то, да? Интересно. Я же на уточке очень редко рыбачу, да, кому. Ага. Тут резиночки стоят. В этом водоеме. Жерлицы пока молчат, никого нету. Пока по итоге рыбалки. Изенок, пара кушков. И то хотели на живца, но пока ладно. Ну и щичка одна, грамм, может быть, 700 клюнула в итоге. Как бы не густо и не пусто. Время уже 8:30 утра. Смысла сидеть пока здесь нету. На улице очень жарко, сегодня плюс 30, обещают, в тени. На солнце еще больше. Один кружок, конечно, перевернуло, но мы уже лодку убрали. Ладно, пусть стоят до вечера. Перевернуто перевернуло, но ничего не таскает. Скорее всего, так что-то, может быть, карась перевернул, что маловероятно. Может быть, что-то и долбануло, и ушло, кто его знает. А так все кружки сдвинуло, почти все в кучу туда. Конец. Ладно, до вечера пусть стоят. Что попадет, посмотрим. Придем сюда ближе, когда уже к сумеркам прохладнее будет. А сейчас в машину грузимся и погнали пока домой. На этом пока рыбалку закончили. Подождем по результатам к вечеру. Время уже вечер, едем проверять кружки, попало, еще не попало, посмотрим. Стояли они буквально почти весь день, можно сказать. За утренку поймали одну щуку, грамм 700, ведь домой приехали ее сразу с яйцами пожарили, получилось замечательно. Сейчас посмотрим, что-то еще есть, нету там. Поклевки-то по-любому, конечно, были, а уцепились или нет, или сошли, это уже другой вопрос. Дорога лесная, много павших деревьев, уже распилены. Сейчас посмотрим. Лоси погрызли, осины по зиме видны еще. Один кружок перевернутый слева, другой в кусты затащили. Остальных даже не видно толком. Может быть, клюнули, затащили в траву куда-то, надо смотреть. Интересно. Где-то не там должны быть, в конце были. Рыба булькается.
Сейчас пойдем проверим, что есть, нету. Нет, так нет, есть, так хорошо. О, перышко утиное появилось. Ага. Вот. Утром не было ничего. Так, что, я тогда навес? Ты на тот? Ну погнали, сразу мошки и комары. Ну мы набрызгались, так нормально. Так, пока этот перевернутый, там по-любому ничего уже нету, да? Что там, крокодил есть, нет? Да, съеден полностью. Съеден полностью. Сразу сматываем тихонько, да? Кружки тема интересная, но бывают карасики, конечно, они в траву любят заплыть, затащить, все запутать. Но ловят так-то все равно. Покровки-то были, да, утром штук 6. Ну это, по идее, 7-я покрывка была у этого. Да. Но только реализована одна всего. 3 пока сняли, никого не было. 4-й невзведенный. Так. Бобриный стол старый. Видишь, погрызанный, да? А, который отработал. Все, отпустить его. А, он сошел. А нет, плавает еще. Не, выживет, чего нет. Отъезд, ранки зарастут быстро. Ранка за неделю зарастет. Караси все в лопухи зашли. Щук их толком не видит. Поймать не просто. Поймать-то их не просто, щук-то этих. Живые живцы, да? Все. Живые и все, да? Время вечереет. Кружки сняли, рыбы нет. Такое бывает. Две покровки было. И больше никого. Караси на месте, целые, отпущены в неволю. В волю, точнее. Ага. Хорошо, да, погодка? Комары только атакуют. Лодку уложили. Вот такое открытие рыбалки по щуке в этом году. Ничего интересного, конечно. В итоге одна щука, один изенок. Сколько-то карасиков на удочку в качестве живцов. И все. Больше ничего интересного нету. Но всякое бывает. На реках еще уровень воды большой. Приходится пока вот по таким омутам ползать. Пока как-то так. Начало лета все-таки. Все зелено, красиво. Птички поют. Настроение вроде неплохое. Единственное, на улице только очень жарко. Чаще градусов, наверное, плюс 25. Духота стоит. И мошки сколько вон летают. Мошки, комары и все такое. Ладно. С Владимиром еще будем собираться и погнали домой. Завтра, скорее всего, на подводную охоту, может быть, будем пробовать. Чё, Ли, как тебе рыбалка? Нормально. Или комар на лбу? Посмотри, сколько. Ага. Полная машина. Сейчас повылетает. Ну, боже, чё. Газу как дадим. О, мошки сколько. Полная лобовуха. Ужас. Минус лето, да? Хочешь отдохнуть в тепле, позагорать, но сожрут. Вот это вот вся бестия. Весна, если видишь, осень, что? Осень, хорошо. Осень лучшая пора. Что не говори. Все, давайте. Счастливо.